Дорогие друзья, всем привет! С вами я, Валентин Медведь. Вы находитесь на канале Мастерской этнических ремесел «Степной дух». И снова обзор, и снова на окарину. Сегодня в моих руках вот такая чудесная окарина, которая настроена в тональности соль, а настроение у нее, то бишь строй, минорный. Многие думают, что минор – это про что-то очень грустное, про что-то такое, отправляющее в какие-то не совсем приятные, может быть, даже мысли, да? Но сегодня я буду это опровергать. Я специально заготовил обзор и заготовил для обзора музыкальную композицию, которую мне будет помогать воспроизводить моя луп-станция Boss RC-505, если кому интересно. В общем, сегодня будет медитация, будет погружение в пространство такой, знаете, вот обволакивающей, всеобъемлющей музыки. И исполнять солирующую часть я буду на именно вот этой окарине. Окарина с изображением растительного орнамента. И это говорит нам о том, что мы будем погружаться больше в такие природные, какие-то космические, может быть, и... Ну, в общем, в какие-то размышления, состояния. И поехали. Я добавляю немножечко эффекта для того, чтобы придать сочности. Вот, и голос мой становится более пространственным. Немножко панорамы. И мы начинаем глубокий-глубокий вдох. Маленькая задержка и плавный, медленный выдох.
Вот такая сегодня небольшая композиция. Надеюсь, вам удалось расслабиться и почувствовать всю прелесть и вкус музыки и звука этого духового музыкального инструмента. Я немножечко прозвучу для вас без эффектов и без подложки, чтобы была возможность оценить и почувствовать эту флейту в обычных, словно мы играем в обычных домашних условиях. Вот такая Карина. Как всегда, все сделано полностью вручную. Материал керамика. Если у вас возникло желание стать обладателем этого инструмента, под видео будет информация о том, как и где меня найти. Можно писать на WhatsApp. Высылается в любой город нашей прекрасной страны, за границей. Ну, надеюсь, тоже получится. Пишите. Ставьте лайк, если видео было полезно и интересно, и понравилось. Пишите комментарии, отзывы. Для меня это очень вдохновляюще и очень приятно. И до новых встреч. С вами был я, Валентин Медведь. Всех душевно обнимаю.